Чемпионат Мозырской городской организационной структуры БФСО «Динамо» по прикладному рукопашному бою среди подразделений правоохранительных ведомств Полесского региона. Состязание важное, нужное для сотрудников силовых ведомств, просто необходимое. На сегодняшний момент я являюсь мастером спорта по рукопашному бою, являюсь победителем первенства Республики Беларусь по этому виду спорта. Но этот вид спорта, я считаю, очень нужным в нашей системе, так как мы большое количество времени проводим с людьми, которые ведут преступную жизнь, которые применяют оружие, насилие, пистолеты, с которыми мы должны бороться и быть в любой момент готовы к этому. На высоком уровне прошла организация этого турнира, впрочем, как и все в белорусском физкультурно-спортивном обществе «Динамо». Мозырская организация «Динамо» сегодня проводит соревнования по рукопашному бою прикладному. В соревнованиях принимают участие ведомства Полесского региона. Соревнования проходят в два тура. Первый тур – это демонстрация приемов. Второй тур – это поединки. Значит, по результатам первого тура участники проходят во второй тур. Соревнования проходили как в личном, так и в командном первенстве, которое осталось за мозырским погранотрядом. В данный момент готов. Вся команда наша готова. Будем стараться показать хороший уровень. Конечно, хочется сказать большую благодарность руководству Мозырского пограничного отряда за организацию, что он предоставил нам возможность заниматься, тренироваться, готовиться к этим соревнованиям. Ну и, конечно же, спасибо «Динамо», что предоставили возможность в этом зале заниматься, тренироваться. Павел на этом турнире завоевал две медали – золотую в командной борьбе и серебряную в индивидуальном первенстве. Кстати, в команде вслед за победителями шли Лечинский РОВД и учреждение ИК-20. А в личном засчете чемпионами стали Владислав Рудько, Мозырский отдел департамента охраны, его товарищ по команде Никита Щепановский, Андрей Шпаковский из Лечинского РОВД и представитель команды победительницы Александр Якубовский.